Наверное, мало кто знает репертуар родного театра лучше, чем кассир. Как раз сегодня, в первый понедельник марта, театральный кассир отмечает свой профессиональный праздник. Появился он в России 5 лет назад по инициативе питерского театра «Приют комедиантов». Ну а мы расспросили о тонкостях профессии неизменного кассира Владимирского драмтеатра Татьяну Баранову. У нас спектакль «Воскресенье. Вензорские насмешницы». Вроде бы утро рабочего дня, а люди в кассу драмтеатра тянутся без перерыва. Вот уже 5 лет билет им продает Татьяна Викторовна. Предложили, попробовала, понравилось. Так она описывает свой путь в профессию. Оказалось, проводить целый день в небольшой комнатке у компьютера совсем не скучно. Вы знаете, меня зрители развлекают и телефоны. Они так развлекают иногда, что приходишь домой, ну, хочешь помолчать. Терпеливо рассказываешь и неоднократно рассказываешь, потому что пока закончил последнюю фразу, первая фраза уже забывается. Вот. И стараешься, чтобы зритель не ушел без билета. Кассиру приходится совмещать много умений. И деньги сосчитать, и удобное место зрителю посоветовать. Вот у меня были две старушки, которые приходили смотреть спектакли только на 7-й ряд балкона. И другого им не предлагать. Вот такие были оригиналки. А еще она старается спектакль каждому посоветовать по вкусу. Чтобы без труда обмениваться мнениями с заядлыми театралами, нужно и самой интересоваться новинками. Публика у нас продвинутая, говорит Татьяна. Старшему поколению интересна не просто классика, а чтобы в современной обработке. Ну, а молодежь, чтобы поближе узнать о театральной жизни, о спектаклях, они идут все подряд спектакли смотрят, потом они их, видно, как-то отсеивают и смотрят, что этот же зритель уже привел других зрителей, то есть они заинтересованы, то есть не такая уж плохая у нас молодежь, как ее ругают, она интересуется. В драмтеатр едут и из области, а еще из Иваново, Нижнего и Москвы. Говорят, дешевле и душевнее. За время работы появились и постоянные клиенты, почти знакомые. У нас есть постоянный клиент, уже не первый сезон, итальянец. Он называет меня русский бандитом, потому что он считает, что так как он постоянный зритель, я ему должна делать скидки. Он этого не понимает, что кассир продает то, что напечатано. О том, что у нее появился свой профессиональный праздник, Татьяна Викторовна и не знала. Сегодняшний день она провела, как обычно, на работе. Ну а подарки, милые безделушки, благодарные зрители приносят ей просто так, не дожидаясь каких-то особенных дат.